Всем привет! Сегодня 7 июня, и перед тем, как мы поедем в Калач, мы решили приехать в центр города Задонска, и вот такие тут окрестности есть. Да, давай посмотрим, мне кажется, у них очень красивая вот эта площадь, где много церквей. И вот мы тут как раз остановились рядом с каким-то новым мемориальным комплексом, а может, старым, прям посмотрим. Не, выглядит он по-новому. Как бы не испачкаться. Тут написано имена. Это знаешь что? Это я знаю, что это за памятник, я про него слышал. Это мать Мария, а у нее вот это все ее сыновья погибли на войне. Это вот у ней столько сыновей было. Тихон, Михаил, Леонид, Василий, Петр, Николай, Дмитрий, Константин. Да, восемь сыновей. И она их не дождалась, все погибли. Точно, это же здесь Задонские есть. Почему именно мое имя? Ну, так звали женщину. Ведь родить 8 детей — это сумасшествие. Так это у нее только сыновей было 8. У нее наверняка были еще и дочки. Просто все сыновья погибли. А это? А, ну это что-то старое. Это что, отсюда герои все? Это что, знак, что я рожу 8 детей? Да, 8 сыновей родишь. А тут что стояло на постаменте, интересно? Что за статуя? Сталин, Ленин, неизвестно. Надо загуглить. Сегодня, Маш, праздник Пресвятой Троицы. Мы удачно заехали. Смотри, какой красивый собор. Вообще, да? Ну что, костюмы из Дубая? Угу. Мама! Ну, в итоге классика жанра, не удалось нам посетить этот собор, потому что в тебе России, да, мужчинам в шортах нельзя, женщинам, детям без платков. Ну, все, и поехали тогда. Да. Поехали в Калач. Приехали в свой родной город Калач-на-Дону. Я помню это место. Я знаю это место. А ты никогда здесь не была, да, когда оно так было благоустроено? Я тоже не был. Тебе не кажется, что жарковато? Жарко, жарко! 32 градуса как-то, да? Очень много видео с моей подругой из Волгограда и очень много путешествий. Так что не пропустите, подписывайтесь, обязательно нажимайте колокольчик. Да, то, что будет много интересного видео, это я обещаю и тебе, и всем твоим подписчикам. Тут такая красота. Да, красиво. И всем пока!